Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Ольга Цыганкова, ваш преподаватель английского языка. И сегодня мы поговорим с вами на очень-очень важную тему, а именно, от чего зависит успешность вашего сотрудничества с преподавателем. Неважно, ходите ли вы на курсы и занимаетесь в группе, либо вы занимаетесь индивидуально, но от чего же зависит то, насколько успешным и плодотворным будет ваша работа с этим преподавателем, которого вы выбрали. Это очень-очень важно. И многие люди мне говорят, что некоторые из моих видео, они про психологию, так сказать, но я хочу сказать вам, что от психологии зависит, наверное, 80% вашего успеха в изучении английского языка, потому что именно ваше отношение к изучению английского языка определяет ваш успех. И, соответственно, тот фактор, о котором мы сегодня поговорим, да, будем говорить, что это психологический фактор, но это один из самых важных факторов вашего успеха в изучении английского языка, если вы занимаетесь преподавателем. А я надеюсь, что вы занимаетесь с преподавателем, потому что это наиболее эффективно. Итак, от чего же зависит ваш успех в вашей работе с преподавателем? Для того, чтобы объяснить вам это, я расскажу вам одну небольшую историю о том, как я уже, скажем так, состоявшийся профессиональный преподаватель английского языка, пошла учить французский язык. И когда я пришла в центр изучения французского языка, и записалась в группу по изучению французского языка, и пришла на первое занятие. Мне было очень интересно, как же там все будет происходить. Никто не знал, что я профессиональный преподаватель, я не сообщала никому об этом. И когда я пришла и началось занятие, то первое мое впечатление, где-то первые 15-20 минут, я была в полном шоке, потому что мне казалось, что все происходит абсолютно неправильно. И преподаватель делает все не так, как надо, и все это не соответствует всем тем книгам по методике преподавания и тем курсам обучения, которые я проходила по методике преподавания. Это не соответствует каким-то новейшим, как сказать, данным по поводу эффективности методики преподавания и так далее. И, соответственно, первые где-то полчаса этого занятия я была в таком состоянии возмущения, потому что мне казалось, что все неправильно. И нужно немедленно все это остановить и делать так, как я считаю нужно делать, потому что я профессионал, я этим уже давно занимаюсь, я читаю самые новые книги, я прохожу самые новые курсы и так далее. Но через полчаса этого занятия я поймала себя на том, что, во-первых, мне интересно на этом занятии, я изучаю для себя много нового, и, во-вторых, мне нравится это занятие, мне нравится все, что происходит на этом занятии. Даже если мне кажется, что что-то неправильно, что есть какие-то моменты, которые я бы делала совершенно по-другому, я поняла, что мне нравится на этом занятии. Я чувствую какой-то прогресс, я чувствую какое-то движение, я чувствую, что мой мозг начинает шевелиться у меня в голове, и мне нравится на этом занятии. После этого я вышла с этого занятия и начала думать об этом, о том, что я профессиональный преподаватель, о том, что я знаю многое о методике преподавания. Но я поняла, что в то же время преподаватель, который обучает на этих курсах, тоже профессионал в своем деле. И, возможно, у этого преподавателя совсем другой подход к преподаванию, совсем другие методики преподавания, совсем другой взгляд на все эти вещи. Но, тем не менее, этот преподаватель также профессионал своего дела. И мы подошли вплотную к ответу на вопрос, что же определяет ваш успех в занятиях с преподавателем. И то, что определяет ваш успех, это ваша способность полностью довериться преподавателю, с которым вы работаете. И, грубо говоря, делать то, что вам говорят. Даже если вы супер-мега-профессиональный преподаватель, если вы знаете лучше всех, как нужно преподавать иностранный язык, но вы приходите учиться к другому преподавателю,
Забудьте все, что вы знаете, и делайте то, что вам говорят. Вы должны полностью довериться вашему преподавателю. Независимо от того, что вы об этом знаете, что вы где-то читали и так далее. Потому что от этого зависит ваш успех в сотрудничестве с этим преподавателем. И очень часто ко мне также приходят люди, которые даже после некоторого времени уже нашего сотрудничества, я чувствую, что нет стопроцентного доверия ко мне. И когда нет стопроцентного доверия, нет стопроцентного результата. Почему нет стопроцентного результата? Потому что нет стопроцентной отдачи. Если вы не доверяете вашему преподавателю, вы на 100% не делаете то, что он от вас хочет. Вы не выкладываетесь на 100%. Вы не делаете все то, что нужно для того, чтобы достичь успеха. И, соответственно, вы не достигаете этого успеха. Вы всегда остаетесь где-то там далеко, со своими сомнениями, со своими замечаниями, со своими какими-то мнениями о том, как все на самом деле должно происходить. Но самое главное, результата вы не получаете. Вы получаете 100% результата тогда, когда вы на 100% верите и доверяете вашему преподавателю и делаете то, что ваш преподаватель говорит вам делать. Если вы уже пришли к этому человеку, если вы уже приняли решение обучаться у этого человека, вам нужно довериться этому человеку, отбросить сомнения и делать то, что этот человек вам говорит делать. Это самое важное. Это касается меня точно так же, как и вас. И чему бы я ни решила учиться, я прихожу к преподавателю. Этот преподаватель делает все абсолютно не так, как я это делаю. Но я расслабляюсь, доверяюсь этому преподавателю. И тогда у меня идет результат, прекрасный результат, так же, как у меня было, когда я ходила на курсы к этому преподавателю, которому я очень-очень благодарна, замечательный преподаватель, настоящий профессионал своего дела. И мой успех, мои результаты были благодаря тому, что я полностью доверилась этому преподавателю и делала то, что этот преподаватель говорит. И поэтому сегодня я хочу спросить вас, я хочу задать вам этот вопрос. На сколько процентов вы доверяете тому преподавателю, с которым вы работаете? И на сколько процентов вы получаете ваш результат? И если ваш результат всего лишь 30% от желаемого результата, то подумайте о том, что, возможно, вы доверяете вашему преподавателю всего лишь на 30% и делаете то, что от вас требуется, всего лишь на 30%. Если вы хотите получить 100% результат, возможно, стоит начать доверять вашему преподавателю на все 100 и, соответственно, выкладываться в вашей работе и ваших занятиях на все 100%. Тогда у вас будет замечательный 100% желаемый ваш результат. И это все, что я вам хотела сегодня рассказать. С вами была Ольга Цыганкова, ваш преподаватель английского языка. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!